Итак, всем привет, с вами снова я, Зазепа. Прошу прощения, что не с кровати начинаю. Особо многого не пропустили. Что я успел сделать? Сходил там в той комнате, там где был зараженный, и взял, собственно говоря, ключик. И сейчас направляюсь в Букингемский дворец. По заданию. Секретному, конечно же. Об этом знаю только я. Ну и вы. Так. Походу, надо снизу проходить как-то, да? Давайте. Посмотрим, есть ли тут зараженные. Тетку я уже вижу. Мне спокойнее будет, если я буду знать, что у меня за спиной никто не ходит. Так, второй. Ты как, приятель, вообще в порядке? Давай, подходи ко мне. Только подругу свою не зови. Я тебя тут жду. Отлично. Прям веслом по голове. И ничего нету. Здесь у нас неприятелей вроде как нету. Давайте тут тетю Жмотю уложим спать. Вот и все. Как-то так, да? Тут у нас все уже разворовали. Интересное место. Так, доски, я думаю, нам ни к чему пока, да? Да и сюда нам, собственно говоря, пока не надо. Ладно, давайте, может, не будем спешить. Пойдем, собственно говоря, по заданию. Так, пропуск. Если бы Джон и Ди услышали, все было бы по-другому. Но когда он понял, что нас ждет, Елизавета уже умерла, а Яков Первый терпеть не мог пророчество и алхимию. Его так достала черная магия, что он написал трактат «Демонология» и стал вешать ведуньи и травников по всей Англии. Ди пришлось скрываться. Мужик, ты... Не отвлекай водителя от вождения. Это что такое? Просто баночка. Пустая уже. Что-то я тут стремаюсь как-то. Приятного вам дня. Но эти вроде как обезопасены. Это тоже. Этот тоже. Аж подпрыгнул. Там вроде тоже никак ничего нету. Ну, отлично. Безопасим все постепенно проходы. Так, вот там снизу. Движение есть? Движения вроде как нету. Значит, у нас есть небольшое преимущество по времени. Так, перелезть. Перелезать нам пока не надо.
Там тоже вроде как чисто пока. Все, я думаю, тихим ходом можно идти уже. Ну, пожелаем мне удачи, да? Здесь эта серия пройдет без происшествий. Пропускаем загрузочку. Добраться до входа в королевский бункер. Включим дальний свет. Мало ли что. Ну, тем, не то чтобы мне видно не было, вам будет плохо видно. Так. Вроде как чисто. Так, просканируем. Мемориал Виктории. Стоп, что-то там было. Я думаю, что там мышь. В любом случае, у нас есть куда отступать. Это настоящая крепость с серьезной охраной. Спорить готов, оружие и патроны у них штабелями навалены. Хорошо. Штабелями. Давай, молодой, поднимайся. Как тебе башку не снесло, а? Давай еще по газику. О. Ну, я как знал. Больше там здесь никого нету. Стоп, я хочу тебя обыскать. У тебя пусто. Уютно ты тут устроился. Чего не скажешь. Так, дальше по сенсору никого. По крайней мере, ходячего. Водой, может, валяются где, а? Как думаете? Требуется отмычка. Сейчас как чихну. Ой, бля. Извиняюсь. Так, что там было? Не знаю, я предпочитаю обсканировать здесь все. Узнать место вероятного нападения. Вроде как никого. Так. Я так чувствую, мы здесь возвращаться будем. И откроем решеточку, да? Так, один. Такой плавает. Что-то я не доверяю вам. Возьму-ка я пистолет. Ладно. Назад, 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 назад. Ей надо хай проползает сюда. Ну, я здесь. Чего ты ждешь? Не хочет явно ко мне идти. А я не хочу к ней идти. О, осмелела. Я так долбанусь эти случаи. Ладно. Пока остальные не встали на звук стрельбы. Думаю, можно быть уже поспокойнее, да? Перезаряжу на всякий пожарный пистолет. То мало ли.
Эхолокация ничего не показывает. Я боюсь этих лестниц, мало ли там кто мне так подтянет. Подтягиваться особо не люблю, когда особенно меня подтягивают. Ты нифига себе! Так, там лестница, еще быстро не подымутся. Отлично. Отлично. Надеюсь, двигаюсь в правильном направлении. Так, давайте здесь обыщем все. Так, ну шкафы явно мы обыскать не сможем. То есть ничего ценного нет. Так, у нас фонарик сел. Надо подзарядить. Конечно, он не очень быстро заряжается, но... Что ж поделаешь. Смотрим пока, что у нас в инвентаре есть. Патроны. 17-13. 30 штук. Для одной и двух серьезных передряг, я думаю, хватит. Не больше. Так, люк. Люк, я думаю, нам не надо. Есть короткий путь. Ну, в случае чего сюда вернемся, да? Так, ну нам же не сюда надо, да? Надо так проверить. Так, а где мы? Так, ну мы здесь и находимся, да? Поэтому пойдемте дальше. Подзарядим пока ненадолго фонарик. Гуляем в темноте небольшой. Так. Лестницу. Пойдем по другому направлению. Вот что-то не знаю, вот так мы сюда прошли. А здесь что? Здесь тетя лежит. Я думаю, здесь склады такие, знаете. Здесь мы тоже не пройдем. Окей. Пойдем так не пройдем. Значит, пойдемте на лестницу. Я смотрю, там веселее некуда. Вороньё летает. Напряженная ситуация, да? Зараженный. Надеюсь, сверху никто у нас с вагонов не посыпется, нет? Это было бы не очень хорошо. Так, подняться здесь можно? Это нельзя. Знаете что? С одной стороны, дождь это хорошо, а с другой... Давайте здесь поднимемся, если у нас получится. Пойдемте лучше по верхам, мне так спокойнее будет. А вот и первый гость нашей программы. Забраться не сможешь, нет? И тебя в любом случае убить придется.
Давай сюда. Ну, я здесь, что ты ждешь? А ну давайте его распетляем как-нибудь. А это было легко. Бутырчик. Плохо, неплохо. Отвали. Как-то так, да? Была тяжелая тетя. Так. Еще патроны. Не помешает. А ты откуда взялся? Как-то так. У тебя тут ничего ценного нету? Вроде как нету. Все, давайте убирать преграду. Ой-ой-ой. Снес просто его. Коктейль молотова, я думаю, можно забрать. Какую клавишу у нас на 3? Да, на 3. Ты так, чтобы не забывать, мало ли что. Там вроде один как гость. Что, военно-аналитический центр тут у вас был или что? Следили там за всеми. Газетку подобрали. Давайте пролистаем. Так, снаряжение, мои задания, мои данные. И навыки. Пистолет вроде как прокачали немного, да? Мой блокнот. Газеты. Блиттенс, Аун, Амстердамус. Так. Вот, короче, газетки. Посчитать жалко, ничего там внутри нет, только на обложку посмотреть. Плохо. Неужто? Карабин. Это уже интересно. Дайте мне карабин. Карабин мы... У нас патроны есть к карабину? Так, 1, 2, 3. Так, они выломают эту дверь или как? Сколько вас там? Один. Ай, сами ломают. Мы посмотрим, есть ли у нас пути для отступления. Вроде как есть. Получили карту. Так. Давайте поможем зомби. Все равно нам... Надо в том направлении идти. Какой-то ты слабенький. Отдохни пока. У тебя твоего товарища обыщем. Возьмем у него энергетик. Возьмем флайер. Не знаю, он не нужен нам особо. Еще вытянем, да? Так, ты живой или как? Просто вороньё. Коробки. Коробки мы успеем обыскать. Главное обсмотреть здесь все. Что да как. Вроде как чисто. Мусорный ящик. Ну нифига ж себе. А для чего здесь крысы?
Мясо животного, лечение среднее, внимание может оказаться тухлым. Не, лучше я не буду жрать тухлых крыс, у меня вроде как с едой в порядке все. Не хочу рисковать. Это воронье улетит. Ну ты глянь. Думали, запрут тут и будут в безопасности. Корону защитит. А властям-то плевать на всех, кроме себя. Бог помогает только тем, кто помогает тебе сам. Это точно. Нажимать надо. Так, а у тебя что есть? Тоже ничего. В ящике должно быть что-то. Патрон или карабина. Так. Давайте отступим. Флайеры всякие ненужные повыкидываем. Так, 4 коктейля Молотова. Так, флайер давайте нафиг. Флайер бросить. Что нам не надо? Давайте съедим. Что-нибудь. Все нужное. А, давайте съедим. Я, кстати, назначил там карабин, да, карабин назначил. Давайте посмотрим, может там зарядить получится его чем. Блин, ну неплохо такая, знаете, штуковина. Сколько у нас? 5 патронов на нее. Так, не, коктейль Молотова нафиг. Сейчас наберем самого необходимого. Вот так можно? Нет. А так? Нет, нельзя. Ладно. Давайте с этими двумя молодчиками разберемся. Ну, после такого толчка он точно не встанет. Раз он сейчас не встал. Скотина. Ударил у нас. Так и знал, что там есть кто-то. Какая-нибудь крыса. Ребята, а что вы тут делаете с этой теткой? Можно вопрос? Повышение огневой мощи. Сойдет. Так, вон один идет. Давайте отступим. По голове тебя, конечно, бить сподручно. О, минус шлем. А еще. И еще. Давай, последний раз. Да ты посмотри на него. Бессмертный. Так, у нас там сзади никого нету. Нету. А блин, вы это видите? Все, вроде как проблем меньше. Минус полицейский. Так, вон там кто-то еще чухарит. Я здесь. Все. Больше желающих нету. Больше желающих нету. О, нормальный подгон. Так, нет, я хотел карабин достать. А, перезарядить немного пуль.
Сколько у него? Сейчас посмотрим, сколько у него вылазит в магазин. Так, 10. 10 штук. Так, стоп. А что-то я не понял. А, все правильно. Фонаря у нас уже мало. Надо немного подзарядить. Пушка разбилась. Ой, блядь, как это я тебя не заметил? Посмотри на крышу. Кто-то вывесил перевернутый флаг. Это сигнал бедствия. Неужели кто-то выжил? О, пулемет. Пулемет-то неплохо. Бежим отсюда. Так, больше нету никого. Только трое. Ясно, отступаем. Так, еще. Одного, я думаю, распетляем. Что-то он не бил. Стамина, интересно, есть какая-нибудь? Это так, да? Сзади вроде как никто не подтянулся. Тут рядом должно быть старое укрытие воронов. Там может быть тоже... О, аптечка. Аптечка, это неплохо. Плохо. Даже очень. Сколько у нас? 3 аптечки. Офигеть. Патронов просто уйма. Даже не знаю, надо начинать уже походу использовать пистолет потихоньку. То бухал, то две рюмки стоят. Так, а пулемет отсоединить можно как-нибудь с собой забрать? Вы знаете, пригодился бы, я думаю, в хозяйстве. Думаю, пока нам это не надо, да? А есть у нас что по мелочи съесть? По мелочи съесть у нас ничего нет, только аптечки. Я думаю, в убежище можно поскидывать там. А шапка отлетела. Так, покинусь. Лопата. Ну нифига ж себе. Что это? Граната, взрывчатка, метательный снаряд. Ёлки-палки. Давайте чего-нибудь избавимся. Даже не знаю от чего. Давайте от коктейля Молотова. Положим сюда прямо в ящик. Будем просто знать, что он здесь находится. Так, нет. Раз. Не, что он не перемещает? Только бросить можно, да? И возьмем отсюда гранат. Так, отмычки это обязательно. Думаю, пулеметные нам не надо.
Ну, еще одну гранату возьму. А здесь что? Поспать можно? Давайте-ка здесь переночуем, а? Есть такая тема. Вообще бы я здесь заколотился бы немного. Так. Дождь там не прошел еще, нет? Не, погода вообще не изменилась. Коктейль Молотова здесь так и стоят. Надеюсь, они не исчезнут. Вот зомби, походу, наспавнились, нет? Готовься, солдат! Чумные идут! Сзади никто не зайдет. Вроде как нет. Все? Так, вас. Вас. Ну, патронов вроде как пока хватает, а? Там что-то ползло. Сейчас пока раздавать по-нормальному. Фига себе. Пахнуло. Чувак, да тебе с этого пулемета должно было просто на кусочки разорвать. Это все? Ты так там не дергайся, нет? Ладно. Думаю... Сходить пока за лентой. А как закинуть пулемет? Давайте эту ленту нафиг бросим. Отсюда возьмем патронов. Не знаю, вот так вот. Патроны вроде как не пополнились. Ладно. Давайте будем двигаться к своей цели. Неизменно. Бог, конечно, хранит королеву, но и народ, я смотрю, не теряется. Это точно. У тебя еще патроши. Отлично. Почувствую, настреляемся мы. Нам куда-то сюда. А как тут ломать? Что-то я вообще не понимаю. Вверх, вниз. Вот и вход. Учти, радио там не берет, так что пойдешь. Я вообще не понял, как я сломал. Радио не работает. Что, глушится, типа, далеко от королевского дворца, чтоб... Лестница. Но сначала здесь обыщу.
Там ничего там нету полезного, интересного. Ползем в канализацию. Вроде как. Вот только хотел сказать, что чисто. Нифига не чисто. Я не знаю, начать что ли использовать пистолет? Давно тут на посту стоишь? Хотел меня напугать. Все. Отдыхай. Че это вы тут так померли, солдатики? Пошел ты. Ударил нас своей лапой корявой. Так, я так понимаю, нам в любом случае вниз придется спускаться, да? Давайте фонарик подзарядим. А то что-то, знаете, как-то в темноте не очень хочется оказаться. Чё там такое уже? А, это мыши. Так, если мы пойдем туда, где нам подняться? Вроде как там подняться и негде. Если там лестница где-нибудь не установлена. Так. Давайте, я не знаю. Попробуем. Если чё, хватаю пушку. Так, вон одного уже видно. Вроде как под водой никого нету. А вроде как и есть. Можешь шмальнуть попробовать. Лучше вот так, да? Мышь? Нету мыши. О! Ну чё? Будьте тут во веки веков. Так. Давайте с этим разберемся. Приятель, я тут. Ай, выходи. Подеремся. Фига себе, ты быстрый. Подбегаешь на раз-два. Еще есть патроны? Самые. Ну давай уже, ладно. Чё добро попадать? Так ведь? Ой, зря. Туда пошел. Здесь-то мне не отреспавнятся.
Приятель, там все еще валяешься? Приятель? Ты где? Ладно, неважно. Пишите. Так понимаю, здесь выжившие были, да? Большой группой. Езжать. Приказа вставать не было. Так, о, сисюрите. Как-то область теперь у нас есть. Вы знаете, как-то без этого мужика даже скучно. Че, есть кола? А давайте бахнем что-нибудь. Скинем аптечку, бросить, возьмем колу и выпьем ее. Так, использовать. Какая польза, да? Вроде как все. Вроде как больше ничего тут нам и не надо. Что-то я боюсь, чтоб не провалиться тут. Важная тетка, наша королева. Столетняя ящерица в человеческом обличии. В Омеге я ее охранял, и кроме нее никто в правительстве мне не поверил. Надеюсь, ее увезут в Индию или еще куда. Рептилиям там хорошо. Да увезут, увезут. А, рептилиям. Типа рептилоиды, да? Рептилиям. Не знаю, не знаю. Рептилии. Больше похоже на сказку. Вроде там как никого нету снизу. Здесь не будет. Хотелось бы там оказаться. Оттуда, надеюсь, никто не прорвется к нам. И ограбить их. Да не, я думаю, в таких бункерах кто-нибудь да оставался бы жив. В любом случае. Давайте, приступим. Мемориал Виктории. Ж подписали. Грабить королевский бункер. Сначала тут еще по нему надо пройтись. Эхолокация ничего не показала. Зараженных здесь тоже как вроде как. Не особо много. Да что за хрень? Так, секунду. Давай. Взламывай. Вот тебе вход. Осторожно, там я тебе не помощник, пойдешь самостоятельно. Да, без вопросов. Помощник ты мой. Так, а заражённый здесь есть? Связь брахлит, экранировано, сзади. Что сзади? Кто сзади? Вроде как никого сзади нету. Но я так пошутил.
Фигово, фигово. Есть кто-нибудь? Так, куда мне надо, собственно говоря? Обыскать здесь просто все, да? Это что такое? Увеличение емкости. Увеличим емкость. Думаю, пистолета нету смысла улучшать емкость какого-нибудь автомата там. Мало ли передряга какая, серьезная. Жилой район Блик Лейн. Это нам не надо. Даже не понимаю, как их сломать. Как я это сделал первый раз, было что-то удивительное. Ну, кто-нибудь объяснит, нет? Бред. Так что ли, или что? Там, видать, что-то серьезное. Сделали бы хотя бы какие-то подсказки, блин. Что-то щелкнуло. Это уже хорошо. Я не понимаю. Я сейчас просто сижу, жмякаю все клавиши. Вот здесь я помню. Да? А, вниз надо тянуть, да? Смотреть, где она тут колышется. А, понятно. Все, разобрался. Видите, колышется. Я жму просто на кнопочку вниз. Ломается. Позначу-ка я вас на всякий пожарный. Я вам тут, надеюсь, не помешаю. Эй, ты! Что ты здесь делаешь? Да вот. Так, загораю. Неважно. А ты кто? Конечно, поможем. Извини, сейчас все объясню. В стенах есть мониторы и динамики. Я Питер Найт, младший придворный врач. Так что не волнуйся, я не галлюцинация. Это хорошо. Ну что ж, найди мой лабораторию, ладно? Придворный врач. А ты где вообще, придворный врач, находишься? Я тебя выше искать, ниже? А, выше. Ясно. Пойдем выше. Тогда вернемся. Так, ну здесь же как заперто, вроде как. Оп, где трупы? Ха. Открыл. Молодчик. Что там? Что-то непонятное. Так, ну давай с тобой разберемся. Минус еще один. И нам сюда, да? Нам что, двери все подкрывал? Я знаю, что здесь настоящий лабиринт, но... О боже, ребята.
Мне и как кашнуло, прям когда я в лифте поднимался. Так что я думаю, на этом можно серию и закончить. Что, есть станок есть какой-то? Да. А с вами был Зазепа. Всего хорошего, удачи вам и пока. Я думаю, в следующей серии я тут попробую разобраться, что к чему, может, дойду до того места. Так что все будет отлично. Всем пока.